Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Недавно получил на сдачу такие банкноты. Давайте посмотрим, могут они стоить больше своего номинала или нет. Современные 200-рублевки выпускались только в одном, 2017 году. Поэтому разновидности по модификации не имеет. Каждая бона имеет свой индивидуальный номер. Некоторые из них представляют ценность для коллекционеров. К таким чаще всего относятся первые номера, одинаковые цифры, ступеньки, повторяющие цифры, радары и антирадары. Их приблизительная стоимость 10 тысяч, 5 тысяч, 2500, 2000 и 500 рублей соответственно. Недавно была найдена банкнота, у которой номер состоит из 5 двоек и даты 2017 в конце. Изначально продавец хотел за нее 200 тысяч рублей, однако это слишком завышенная цена, даже для такого номера. В итоге банкнота была продана, но сумма сделки не уточняется. Скорее всего, она составила в районе 10-20 тысяч рублей. Если вы рассматривали банкноту, то могли видеть, что она имеет серию АА. Однако существует некоторое количество бон, имеющих серию АВ. Такие экземпляры были выпущены пробной партией для тестирования. На некоторых купюрах имеется надпись «Образец», то есть подобные 200-рублевки использовались для демонстрации на различных выставках и закрытых мероприятиях в правительстве. Одна из таких была выставлена на торги со стартом в 600 тысяч рублей. Согласен, цена за образец очень высока, в данном случае она завышена в более чем в 10 раз. Итак, мои банкноты самые обычные и больше своего номинала они ничего не стоят. На этом я хочу закончить свой обзор. Хочу поблагодарить Александра Пономарева за помощь в создании этого ролика. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Не забудьте подписаться на канал, оценить ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Всем пока!